Картини, виготовлені зі шкіри – модний напрямок сучасного мистецтва. Ці об'ємні рукотворні вироби здатні створити неповторний стильний інтер'єр офісних приміщень і додати тепла домашньому затишку. Вельми цікаві зразки ексклюзивного шкіряного декору виготовляє самобутня криворізька художниця Тетяна Фурса. Ось погляньте, наскільки виразними, промовистими, емоційно насиченими можуть стати стіни вашого будинку, якщо їх прикрасити такими живописними рельєфними рукотворами. При цьому моя співрозмовниця не вважає себе професіоналом. Малювати вона почала лише кілька років тому, а спонукала її до цього заняття банальна побутова причина. Началось, наверное, с того, что на стене надо было прикрыть какое-то неприглядное место. И так родилась идея чем-то прикрыть. А чем прикрыть? Ну вот как-то что-то как-то оформилось, какую-то картину. Правда, была не из кожи, а была из ткани. Такие розы, сейчас ее тут нету. Ну и как-то все это. А потом всегда одинокая она стала, эта картина. Захотелось туда еще что-то где-то добавить, потому что как-то и так пошло. Малюєте з дитинства, ви кажете, художньої освіти Нет. немає, але ж ви малюєте. Ні, в дитинстві теж не рисувала. Я ну, от, стала рисувати, я говорю, года три назад, всього-навсього. Я в ательє работала не з дитинства, але вже в так от, я работала в ательє, я шила много. Ага. От как бы. И даже опять, наверное, так, да. Наверное, и даже вот не сколько себе. Ну, себе понятно там это. Мне просто нравилось сделать красивую вещь. Вот это вот моё. Вот мне нравится сделать красивую вещь, из чего бы то ни было. Вот когда я шила, то я делала красивые вещи. Для детей, для мужа, для всех. У меня все всегда были в порядке, красивые, одетые. Даже во времена, скажем так, не очень хорошие экономические, то у меня всегда все были одеты, и как бы никто не замечал, что как бы у нас там какие-то трудности финансовые. Ну а потом как-то, не знаю, вещи есть вещи, а это же как бы совсем другое. То вот как-то я... Ну вообще мне хотелось всегда с детства чем-то заниматься, но дело в том, что не было такой возможности. Ну, а ваше уміння шити, воно ж знадобилося вам, от при, коли ви працюєте над виробами? Ну, наверное, так. Це теж якась творча енергія. Хоча багато людей її шьють просто чисто, ну, как бы чисто технічно, да, от пошити віч там. Угу. Я все любила зробити щось красиве, щось необычне. Бажання наповнити світ теплом і красою пробудило жагу творчості. Надихнуло жінку на створення все нових і нових виробів. Спочатку естетичну цінність Тетяниних робіт помітили домашні, згодом зацікавились колеги і гідно оцінили шанувальники. Та й не дивно, адже крім фантазії художниці і тепла жіночих рук, її картини містять глибокий, часом прихований зміст. І оці сюжетні лінії в ваших картинах, як вони народжуються, де ви їх берете? Само вдохновення беру з інтернету, там ще якісь, не знаю, картинки, на якісь форуми захожу, якісь картини художників смотрю, поки от не родиться щось в голові. Некоторые, многие из них это копии. Вот какие-то интересные художники такие, на какие-то философские темы. Вот мне вот нравится. Ну, то я беру просто вот перерисовываю это копия. Какие-то, может, не знаю, из двух картин, из трех какая-то идея мне приходит, я могу так вот сложить. Некоторые пришли просто так, по наитию от каких-то событий, от каких-то фильмов, от каких-то, не знаю, впечатлений какие-то. Вот, так, вот это вот как Майдан, это ж как бы всем известное наше событие. То как бы меня не то, что впечатлило, как сказать, ну, в общем, переживала очень по этому поводу. Не я одна, это ж понятно, все мы переживали. Ну и как-то вот вылилось в такую идею. Самая такая знаковая это Майдан, вот эта картина, которая родилась в феврале тогда, вот когда происходили все эти события. Как-то так, не знаю, было тяжело все это переживать, и вот вылилось в такую энергию, вышло все это в такую картину. Там вот изображены сверху такие зерна. В общем, то, что видно было, то, что по телевизору видели мы, то как бы туда и вошло все, вот эти вот шины. Палающий, это беркут, вот, священник там вот здесь у меня изображен. И сверху вот расходятся две такие в разные стороны полосы. Это вот я как бы для себя я так это решила. Не знаю, насколько это каждый видит, кто смотрит на эту картину. На Майдане разделили зерна от плевел. Я вот так для себя как-то все это определила, поэтому вот так там и все и получилось. То, там на картине. Да. Поэтому, да, мне так мне и показалось, что там зерна от плевел и отделялись. Все это так и было. Ну, вот там все так и вылилось, все так изображено в этой картине. Ну, это у вас такие философские подход, цікавый. Вот так я это все поняла. Так это все как бы в душе бурлило и вылилось в такую, не идею, а в такую философию.
Відчути, пережити, реальне й уявне розкриваються в доробках майстрині яскравими пелюстками ароматних квітів, полум'яніють стрункими жіночими силуетами червоної королеви Регіни, тріпочуть легкими пташиними крилами, манять і зігрівають миготливими вогниками домівки. Домівки, де на нас завжди чекають, де нас люблять і оберігають. В ваших роботах такою червоною лінією проходить ця янгольська тематика, так? Янголи, звідки це? Ви віруюча людина? Чому саме янголи? Звісно, звісно. Я чоловік віруючий, ангели. Люблю рисувати ангелів. Ну, не знаю, чистота какая-то. Вот здесь картина у меня есть вот с котиком, вот это вот с котенком. Это копия картины российской художницы Римма Вьюгова. Как-то я тоже так случайно, когда листала, так попала на ее работы. Перелистала все и тоже так поняла, какой-то человек такой интересный. Вот как-то и вот ангельская тема тоже так у нее. И мне очень понравилось. Ой, я же художник профессиональный, но картину видела, мне очень захотелось ее сделать, очень просто. Ну и как-то получилось. Вот когда очень хочется, то получается. Хотя, ну как бы для меня же, для непрофессионального человека, это рисовать тяжело. Ну как-то ангелы получается хорошо, легко. Есть еще такой российский художник тоже, Владимир Калинин. Тут тоже есть несколько работ, копий я рисовала картины. Тоже там у него такая вот духовная тематика. Вот мне нравятся больше всего такие картины. Еще, по-моему, Алексей Мохов, вот есть такой художник российский. Просто какие-то, я же говорю, просто ну, натюрморты красиво, но мне это не интересно. Честно говоря, или там цветы какие-то, тоже красиво. Ну, я не могу, не идет. А вот если вот это вот такая картина должна вызывать движение души, я так считаю. Вот если ты ее повесил, человек смотрит на нее, что-то должно внутри шевелиться, мне так кажется. А в композиції з птахами що вкладаєте? Який підтекст? Я бачу багато птахів, і орлів, і лелек, і кого тут тільки, і ластівка, по-моєму, так? Вот это вот три картины этих, это витражные, такая витражная техника, немножко другая, не такая. Тут как бы тоже получается как триптих, я их назвала вот «Свобода», «Радость» и «Мир». Вот как бы так. Ну, не знаю, птица – это как бы символ свободы. Смотрите. Да, да. Вот на душу упала так, и вот так вот сделала. Лебедей у меня здесь, вот три картины лебеди. Один, два, и там два лебедя. Когда мне сказали, вот, что один лебедь как-то, ну, два должно быть пара. Ну, вот я сделала пару лебедей. Крім джерела натхнення для творчого польоту, для створення таких картин необхідні знання з технології роботи зі шкірою, її властивостей. Тетяна використовує лише справжню, тонку пофарбовану шкіру. Оздоблює роботи каменями-самоцвітами з оригінальними візерунками, покриває їх лаком. Як справжня жінка, Тетяна не може втриматись від спокуси створити ексклюзивні прикраси й аксесуари – кольє, сумочки, сережки й браслети. Угледівши в інтернеті декоровані шкірою пляшки, загорілася новою ідеєю – зробити з банальних ємкостей казкові будиночки. За зізнанням художниці, вона не любить конвеєрної одноманітності, тож постійно збагачує асортимент, беручись по черзі то за картину, то за сумочку, ретельно продумуючи і добираючи дрібні деталі. Коли картина складається докупи в голові, тоді й виріб виходить вишуканим. Я люблю якийсь стиль. Ну, ничего такого вычурного, какой-то вот такой вот... Минимализм? Да, скорее всего, так, да. Какая-то классика вот меня больше привлекает, а так, чтобы как-то... А я украшения делаю такие, ну, не знаю. Я же говорю, мне интересно сделать произведение искусства вот из этого какого-то, из этой вот, из кожи, из камня, чтобы это все было гармонично, красиво, по цвету, чтобы это все сочеталось. Я получаю удовольствие от того, что я это делаю. Є якісь кольори, яким ви надаєте перевагу? От і в сумках, і в картинах, і взагалі в будь-якому. Люблю цвіт, наверное, я люблю камінь агати. Агати вот люблю именно. Пастельні тона такі, от, не знаю, люблю сочетання блідно-розового з сірим, з каким-то. От це от мені, не знаю, як-то по житті. Синій люблю цвіт, як-то голубий, білий. От це от моє. Різкі каких-то таких контрастних не дуже люблю. Ну, хоча, ну, картини, виходить, не знаю, там вже більше не цвіту, а от як-то... Ну, как пойдет, от сюжета, наверное, там уже картина. А чего раптом взялися за пляшки? Ну, не знаю, тоже вот увидела. Вот что-то зацепилось так, увидела там обычной глиной. Как бы, ну, есть много декупажных делают бутылок. Ну, а у меня же свой материал, то я решила по-своему сделать. И вот эти домики как-то мне показалось очень интересно. Как-то материал тоже сама подобрала. Там видела, делают из глины. А я вот взяла каменная глина, есть такой материал, он какой-то редкий, так я смотрю, как-то из него мало кто что делает, потому что я когда покупаю его, художник вырвал, мне спрашиваю, из него сделаете. Каменная глина? Да, каменная глина, есть такой материал. Он так не всегда бывает, его тоже тяжело найти, как-то бывает, что нигде пропадет и нету, потом как-то вот я его возьму, и не дешевый материал такой, он дорогой, самозатвердевающий. Ну, ничего, вдохновил именно он. Вот я попробовала так вот домик сделать, но это все делается долго очень,
глина эта, она сухнет долго, и на сутки там сохнуть, потом это все красится, делается не быстро. Но там тоже простор для фантазии, там какие-то вот архитектура, да, вот скажем так, этого домики. Домики для гномиков. Там и архитектура, и скульптура, там багато чего. Да, вот какие-то тогда пытаюсь каких-то животных, там птицы вот какую-то посадить, чтобы это какой-то смысл был. Иногда какие-то кошечек там делают, что как-то кошечка бежит рядом. Я делаю еще такие хатки вот в национальном стиле, там какие-то коромысла такие. Там, ну вот, бачите, я же пытала вас про этот стиль. Да, несколько штук было, они продались. Ну вот, и вот эти домики как-то они меня вдохновили. Я раньше делала бутылки другие просто кожей, декорировала и разрисовывала так это. Ну, домики мне понравились, как-то в последнее время я делаю их. То, что они сюжетные, мабуть, бо там можно... Да, да, там тоже можно проявить фантазию и в другом материале. Криворізька художниця не сприймає творчість обмежену рамками. Ріки в її картинах виходять з берегів, вихлюпуючи енергію за кордони обрамлення, прямісінько в душі глядачів. Нестандартне художнє мислення рукомесниці оцінили на виставках хендмейду в нашому місті й у столиці. Оригінальні шкіряні вироби припали до вподоби багатьом криворожанкам. Ми з Танею познайомились на виставці ручних робіт «Цяця» десь рік тому. Я взяла її візитку і вирішила, якщо я відкрию коли-небудь свій магазин хендмейда, обов'язково її приглашу виставити свої роботи. Ну, відповідно, зараз вони у мене украшають мій магазин. Їх можна тут приобрести. Її роботи дуже мені подобались. Одні з найкращих, які я бачила у нас в місті на цій виставці. Цяцю постійно посещаємо. Ну, її роботи дуже складні і красиві. Искусство меня привлек в ее работах таинственный образ женщины. Наш город богат талантливыми людьми, с работами которых мы сталкиваемся каждый день. Татьяна – это мастер работы, которые резко отличаются на фоне общепринятого понятия искусства. Картины ее выполнены в очень редкой технике, технике аппликации из натуральной кожи. Техника очень сложная. И суметь увидеть, прочувствовать и передать свою мысль в столь сложном материале, это, конечно же, надо иметь чувство красоты и, конечно же, талант. Картины Танины очень красивые, нежные, характерные и очень зрелищные. Вот уже 3 года, как мы оформляем Танины работы в рамы, и каждый раз удивляешься новому сюжету и постоянно растущему таланту художника. Які б приємні відгуки про свої роботи не чула від оточення Тетяна, а першими поціновувачами новинок стають рідні. У мене 2 дочери, то і 2 внука, 2 мальчика. То діти ставляться хорошо, от одна дочь. Как бы одна у нас на папу похожа, одна на маму. Та, которая похожа на мене, вона от как бы это все, от вона вишивкою займається, вона вишиває картини. От картина там ззаді, от это її робота. Крестиком вышивает, да, она очень, очень красиво. Старшая дочь более технической такой направленности, она как бы, не знаю, она меньше творческий человек. Но, ну, относится хорошо, любят. Внуки, когда прибегают, сразу у меня старший внук прибегает и говорит: бабушка, шо у тебя нового? Все смотрит, а вот это, вот это, вот это, вот это новое, это я не видел, то есть все отметил. Отметил, что у бабушки новое. Если у бабушки ничего нового нету, как-то странно. Должно, он придет, должна быть новая картина висеть. И это ваши первые критики, мабуть? Ну, да, скорее всего, да, да. Муж у меня человек не творческий, как бы, ну, он уважает мое увлечение и помогает мне, как бы поддерживает финансово, так сказать, потому что все это недешево, кожа дорого стоит. Продать удается продать иногда. Ну, честно говоря, не знаю, какой-то я художник, не знаю, то ли жадный, то ли не знаю, так другие вот художники так себя ведут или нет, я не знаю. Некоторые работы я знаю, которые я продать не могу. Я вот их не продам никогда, они какие-то мне настолько близкие, что я не могу это продать. Даже если меня там спрашивают, то я даже некоторые пытаюсь сделать копии, потому что вот часто спрашивают такую картину, знаешь, что продать это не могу, но людям нравится, и я стараюсь сделать копии для того, чтобы потом как бы вот, кого-то тоже порадовать. Про таку талановиту бабусю можна лише мріяти. Навіть іграшки у внуків Тетяни ексклюзивні. Цей килимок для гри з молодшим онучком героїня нашої програми зробила власними руками. З фантазією і любов'ю. Маю надію, що вміла майстриня поділиться зі мною досвідом у виробництві маленьких рукотворних шедеврів. Ну, зараз ми з вами зробимо квіточку. Тоді, да? Давай, спробуємо. Так, значить, беремо шаблончик такий, да? І от на кожу, на ізнанку, ложимо. І от на ізнанку ми його зараз обводимо листочок. От такою ручечкою спеціально для кожи. От ми тут.
клей берем, так, и намазываем листочек. Теперь берем рубин так, как я, вот так вот, так. Оставляем хвостик чуть-чуть, так. Угу. А це загортаємо по краєшку, так. То контур у нас буде жорсткий. Ну, для того, чтобы потом можно было их выгинать, да, выгинать, они потом получаются такие, как движение, динамично можно сделать, если что хочешь. Так, теперь надо все это молоточком простучать, хорошо, чтобы оно все хорошо приклеилось. Это будут тычинки, таких надо 5 штук делаем. Так, и листочек. Не такими движениями, а наоборот. А, вот так, да, да, да. Гладенько? Ну, надо их по краешку, так, по краешку задевать. Не пунктирую, как я, да, я по краешку задевать, так, чуть-чуть, и будет оно как раз так. Ціною надлюдських зусиль, під чуйним керівництвом талановитої майстрині Тетяни Фурци, ми зробили ось таку квітку. Я не професіонал, как бы, і мені не... кого-то со стороны хочется, ну просто сам, самому себя оценить трудно. Вот как сам себя оценишь? Вот как-то, ну, делаешь то, что нравится, ну, домашние скажут, что красиво, хорошо, да, но вот когда хочется услышать какие-то мнения, особенно профессионалов, то, конечно, приятно, когда... Ну и так, когда люди говорят, что это все красиво, что кому-то это нравится, кто-то останавливается и задерживается, и смотрит, то, конечно, нравится. Я говорю, крылья растут. Я всегда говорю, вот там где-то что-то пойдешь на выставку, я говорю, денег много не принесла, но крылья выросли, с крыльями пришла, ну уже хорошо. Вот крылья, скажем, для меня даже важнее, потому что ты чувствуешь, что это кому-то нравится, это уже, ну, чувствуешь, работаешь не зря. Я считаю, что надо нести, во-первых, свет, чтобы там во всем этом был. Ни в коем случае никакая не тьма, ни пессимизм там какой-то, или чтобы в этом был свет и какие-то вот движения души.